Крысы облюбовали центр Мирного. Жительница дома по улице Советской 11/4 ежедневно подвергается опасности нападения грызунов в подъезде. Они вылезают из открытого мусоропровода. Коммунальщики никаких действий не предпринимают. Кому обратиться жильцам, выясняла Мария Урцева. Ольга Нестерова проживает в центре города по адресу Советская 11/4. Уже на протяжении 2 недель их дом атакуют крысы. Они вылезают из открытого мусоропровода и бросаются на жильцов. Заходишь в подъезд, под ноги бросаются крысы. Мусоропровод открытый. Зайти в подъезд невозможно, запах невыносимый. Никакие меры не предпринимаются. Согласно законодательству, управляющая компания должна обеспечить достойные и безопасные условия проживания жильцам обслуживаемых домов. Помимо самих жилых строений, должно проводиться уничтожение крыс в коллекторах, где они размножаются. По крысам у нас обращение от граждан вообще не поступало. Ни за последние 5 лет, ни на сегодняшний день. Конечно, мы не занимаемся уничтожением грызунов. Этим занимается филиал ФУБУС только с теми организациями, с кем заключен договор. На сегодняшний день филиал ФУБУС такие услуги оказывает только МПЖХ. Дом по улице Советская 11/4 находится на обслуживании Мирнского предприятия жилищного хозяйства. К сожалению, данная организация от комментариев отказалась. Хотя крысы питаются в мусорных нишах и обитают в домах, но размножаются они в коллекторах, где также должна проводиться травля грызунов. За проведение этих работ отвечают предприятия тепловодоснабжения. Работы по деретизации городского коллектора у нас проводятся по плану 2 раза в год. Первый этап работ прошел в конце июня. Специалисты приезжали, отработали с 26 по 28 июня. Провели непосредственно мероприятие по истреблению грызунов. Следующий этап работ у нас запланирован в 4-м квартале текущего года. Если в вашем доме завелись незваные гости, необходимо обратиться с заявлением в управляющую компанию. Если меры не принимаются, согласно законодательству, жильцы могут пожаловаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмаз».